И чем ее так? Буханкой. Буханкой. В смысле не хлеба буханкой, а? УАЗиком. Ну, сейчас попытаемся отмыть, посмотреть. Залом. Ниже ребра. Мы видим на двери. И вся дверка заломленная. Залом, и тут еще с потягом нанесена краска, очень жестко. Здесь металл тоже подтянутый. И здесь вот она, краска, во всяком случае лак подратый. Вот, вот. Ну и вот он залом. Здесь залом аж до сюда. Вот на ребре краска лопнула. Вот она, краска лопнула на ребре. Неприятная история. Острые края, вот они на заломе. Тоже вот потянутый металл. Вот такой сюрприз от буханки. Но еще раз повторюсь, буханка не хлеба. Буханка УАЗик. Красиво. Ну, попробовать можно повернуть. Уйдет частично, конечно. Маленькая дефектовка в дефектовочный экран. Надо немножко подправить. Вот здесь подправить надо. Ну, я еще сегодня посижу, поковыряюсь. Так-то она более-менее уже на дверь похожа. Еще надо доработать.